Уважаемые родители, дорогие дети, Комитет по охране прав детей поздравляет вас с окончанием учебного года. Вот и наступило долгожданное время летних каникул. Пусть это время принесет вам море радости и незабываемых впечатлений. Летний период требует особого внимания безопасности детей. К сожалению, прошлым летом произошло ряд несчастных случаев с детьми. Основными причинами этих случаев являются выпадение из окон, утопление в арыках и септиках, дорожно-транспортные происшествия и несчастные случаи вблизи колодцев. Сегодня мы хотим обратиться к родителям. Напоминайте детям о правилах поведения на дорогах, во дворах и при общении с незнакомыми людьми. Установите блокираторы на окнах. Будьте особенно внимательны, когда дети находятся в воде. Дорогие родители, горькие факты подчеркивают важность постоянного внимания и ответственности в обеспечении безопасности детей. Ваше внимание и ответственность играют ключевую роль в предотвращении несчастных случаев и обеспечении безопасного отдыха для ваших детей.